Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение ФФАшечки за США, Теодора Рузвельта Прогрессивиста, сетевая партия на восьмерых, где каждый сам за себя. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии, всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу, большое спасибо им за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Даже нету смысла атаковать, потому что он просто убьет мне подлодку в ответ. Так, первый мустанг. Да, можно киностудию, я думаю, построить. Блин, вот этот полководец, конечно, прикольно размещает отряд мушкетеров в каждом незащищенном и незащищаемом районе выбранного города. Ты ж когда на Венгрии играл, я так тебе прикольно сделал. Это сколько он максимум может заспамить? 7, по-моему, или что-то около. Ну, я бы... Нафига он, правда, сейчас нам нужен? Брать, не брать. А просто очки я хочу вот то, что меньше стоит веры, брать, понимаете? Чтобы давали очки за великих людей. Селитру я использовал, нефть я использовал, уран еще не использовал, уголь использовал. Киностудию построю все-таки. Это за все районы в городе, да? Священка, кампус, ЦКшка, гавань, промка, ППшка, дипка, аэропорт, космопорт, военник. Военник же не размещается. А. Да, он же защищаемый точно район. Что-то пропустил. Пригород, театралка. Пригород вряд ли, потому что пригородов там нужно несколько штук строить. Возможно. Космопорт, во. Космопорт уже был. Ну тогда 10. А, дипка. Была. Да шо, что-то ты ошибся где-то. Ну, значит, 10. Блин, а куда он уплыл? Не знаю, считается ли заповедник. Отряд, ну вот, да, точно, заповедник еще. А, развлекалка. Нету. Куда полетела? Ну, Бе, ты куда? Блин, не понял, Тинь, а куда делся, а куда делись эсминцы? Куда армада эсминцев делась? Смыло? Она утонула. Прикол.
Я запутал. Ну что, может начать уже космо... А, я не открыл его. Ну нам надо же карту открыть будет. Кстати, я так и не сделал кругосветку или нет? Наверное, сделал. По идее, сделал. Шесть ходов, походу. Не выхожу я в золотой век. Что это такое? Спасибо за игру. Спасибо за игру. Неожиданно развязка. Я вышел. Это ты это куда? Нет, зачем ты вышел? Ну, сказал спасибо за игру, молча. Это неплохо. Так, ну я думаю, имеет смысл зенитки строить. Развязки. Чтобы кто-нибудь резко победил культурой. Дипобеда. Нет. Дипобеда уже не получится, да, и культура правда. Тоже не получится. Там только научная военная, да, вряд ли. У тебя много влияния. Ты можешь победить. Так, я не могу победить, пока ацтек держит. А что еще, ядерки не полетели, типа, в Адюранж давно открыли. Так уже балбадуль. Ладно, доброй ночи. Давай, доброй ночи. Доброй ночи. Миром объявили в ацтеку войну, может сейчас получится его обогнать. Дед, ты заходишь? Нет. Ну, еще про синхронов не было. Так, ну нам надо тогда... перебазировать сюда истребитель, сюда бомбардировщик, чтобы Кагуану бомбить. Летний план. Здесь, наверное, военная наука. Ну, чтобы наука шла от портов. Так, ну я бы, наверное, все-таки одну фабрику еще сделал. Чтобы классовую борьбу ускорить. Вопрос только... Одна у меня здесь, одна здесь. Да, грустненько. Где у меня вообще промышленное производство? А, подожди, это не промышленная, промышленная зона надо. Пока дед грузится, отойду. 4-4. Там утопла клетка. Ну, видимо, в Новом Орлеане. Просто, чтобы коммунизм быстрее открылся.
Так, как у нас тут вера. Все держится. Проверка городов. Так, вот тут уже можно не... Ну, Цинциннати, как говорил, самый большой город, самый у меня, конечно, красивый. О, тут уже можно крабов-то пообрабатывать. Поехали. Кто демократ не хочет быть, все в коммунистах пошли. Я здесь. Нормально там все у тебя? Ну, вроде да. Я из этого туризм теряю. Зачем? Из-за ваших... Нубия круто собралась, что? Она, говорю, куда-то собралась. Там лунная экспедиция открывается, если что. Ну... Забота от стека, мне кажется. В смысле? Пусть улетает. Значит, пусть улетает, Покеда. Счастливых полетов. А, все, Нубия, пока. Так, я могу ли я нефть? По-моему, нет, на воде нет. Так что и не будем трогать. Так, там крабов мы обработали. Пошли, наверное, вот этих крабов тогда. Пойдем плавать, наверное, этим художником. Территорию засвечивать. Спасибо. Кстати, если я, наверное, захвачу Кагуану, то я смогу здесь город еще поставить. Это, правда, больше бомбардировщиков надо. Я сейчас загружусь, сохранить. Не, на next ход. Зачем? Это ты отлетел.
Да, да. То есть ты, у тебя следующим ходом не будет рассинхрона, и мы тогда сохранимся. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Проект Манхэттен, 17 ходов. Так, какой у меня самый производственный город? Честно говоря, у меня тут слабенько с производством. 84 это очень мало, на самом деле, для этого этапа игры. То есть у меня реально хреновое производство. Сначала бомбардировщик нужен. Так, как у нас по электричеству? В Цинциннати нехватка. Ага. Раз, два, три. Да, значит, надо будет угольную еще в Новом Орлеане делать. Так, давайте я тут куплю еще просто бомбардировщик. Пушку-то зашел. Она быстрее по мне. Дед, предложение. А, кстати, у нас еще союз надо будет сделать. Ты зашел уже, да? Да. На Next ход все походят, тогда можно будет. Еще предложение. И последнее на сегодня. Прям вообще последнее? Ну, на этот год. О, мы все открыли. Так, слушай, может, мне и космопорт тогда не нужен? Я не верю, что тут можно. Тут, ну, точнее, тут точно невозможно улететь. Даже нумибийц может сколько угодно пилать за 19 ходов. М-м. Так что остается... Сейчас дипломатию посмотрим и культуру. Ну что, скидка на угольное? Ты не построил, что ли? Ну, не везде. Нефть, а нефть еще угля нет. Ну, претензии давайте, конечно, от стеку. Ну, и так ничего нет. И претензии. Так, смотрим дипломатию. У тебя угля, да, дед? Предлагаю у Алиеноры забрать на всякий пожарный. Я тоже считаю, что надо взять у нее очки. А то мало ли от компьютера выиграет еще. Что я за счет чего? Я всю карту дед вроде не запускал, спутник.
Видите, никто космопорта не строит, кроме Нубии. Но я вам точно могу сказать, что он не может улететь. Можно было бы надеяться, если бы у него хотя бы нанотехнологии были открыты, все равно я не уверен бы, что ему хватило времени. Блин, все равно рассинхрон. Каждый ход рассинхрон, да? Да. Нет, ну, это вот этот вот ход был, он без рассинхрона, если что, сессия. Нам следующий ход нужно будет сейвить. Уже второй ход рассинхрона тянет. Да нет, я тебе объясняю, что сейвить нужно, когда у тебя нет рассинхрона. Так и прошлый ход, и этот ход уже рассинхрон был, и позапрошлый был. Так нет, у тебя что не значит? Было рассинхрона в ход сессии. Что? Что ты несешь? Вон сейчас начнем. Сессия считается ходом. Давай все загрузим прошлый тогда до сессии. Понял, каждый... У меня каждый ход рассинхрон отчинит, что ты несешь такое? Да не каждый у тебя. Да каждый ход, ну, я что... Как это не было, если он был? У меня рассинхрон, я походил, опять рассинхрон. Во время сессии ты ходил, у тебя был рассинхрон? Да, вон же сейчас рассинхрон. Алло, во время сессии у тебя не было десинков. Так сессия между ходами идет. Нет, это тоже считается ходом. Блин, что нам тут поставить? Ход еще до десинкона ждать? Этот ход. Усталость от войны, это морских юнитов. Ты же сказал, что в этом ходу у меня не будет. Давайте, может, ну, на алюминий поставлю, пока. Так, что здесь? Так, либерализм. Да, либерализм я бы поставил. Ну, вера мне точно не нужна. Давайте, может, на шпионов, чтобы быстрее. А, стоп, так я тут уже все поставил. Нет, так я тут пока оставляем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да, достает. Все уже в столицу собираем, чтобы как-то аккумулировать. Глобализацию дальше. Так, смотрим. Значит, дипломатии тут уже не... Слушайте, а ничего, что у Леоноры было 12 голосов, а стало 17? Там никто случайно не проголосовал, чтобы ей голоса накинули? Она сама за себя проголосовала. Точно. Я один проголосовал. Да, и этот еще. И дед. Ну, ладно, тут не понятно.
Тут не помогло бы, но кто-то, короче, сейчас компьютер победит. Ну не победит, не сможет выйти. Мы еще всемирную выставку провели. Так, ладно, ну религии точно нет. Культуры точно нет. Значит, либо улет, либо по счету. Улет, я считаю, что нет, так что счет нужен. Но мне, походу, придется канадца захватывать все-таки. Тут как бы... Других вариантов нет. Уран у него, по-моему, есть. То есть мы, скорее всего, будем друг друга ядерки просто кидать, да? А нет, нету урана. Ну, мне нужно, короче, за 18 ходов построить ядерки и... Так, подождите. Каких-нибудь великих людей я могу покупать? 1100-1750. Блин, мне не хватает буквально 6 очков. Если я Кагуану освобожу, это мне что-то даст? А за освобождение ГГшки дают очки эпохи? Нет. Насколько мне известно. То есть тут, наверное, за ветряк дадут. Я, наверное, ее себе оставлю. Смысл. Ну вот сейчас ходим и делаем сейф, правильно? Сейчас у деда не было рассинхрона. Сейчас не было, сейчас все нормально. Да, все-таки в нормальной. В итоге. Давайте здесь еще кто, зенитку. Кто там играет так яростно? Это канадец. Шесть, семь, то и оттуда долетает, ладно. Говнор Лос-Анджелесу передал эту клетку. Нет, больше. Четвертый уровень, дед. Ну, когда-то же должно было закончиться. Я походил. Делаем сейф. А, подожди, да. Все отметили, что все походили. Так. Ну что, есть у меня хоть какой-то шанс куда-то тут
У меня у меня золотой век сейчас идет, поэтому я не могу никаких очков эпохи получить. Выйти. Там слабенько у тебя, конечно, поэтовался. Может, мне в систему наведения лучше было, а не в лазеры. Ну, все-таки РСЗО посильнее убивает. Кто-то будет ядерки запускать, нет? Кроме тени. Дед, ты будешь запускать? Дед, космопорты строить, зачем ему ядерки? Не, зачем сейчас космопорты строить? Вообще, вообще, честно говоря, без шансов. Да, я Кагуану, пожалуй, оставлю. Ну, что там уран. Наверное, куплю морской порт. О! Куда, куда? Не, в голландце, в голландце. А чё в голландце? Ближе всех. Зря я атаковал под лодкой, конечно. Слушайте, а может, в Балтиморе лояльность сделаем? Или она там не может в центре города, надо обязательно в гавани? Минус голландец. Уже выезжают. Ой, Катя. А далеко нам до ОБР? Так, давайте отремонтируем укрепление, чтобы Кагуану не взять было. Пожалуй, посадим в город. Тут зенитка строится, два хода. Тут стоит, тут строится один ход, тут строится. Да, просто оставляем здесь. Тут зенитка уже не нужна. В Лос-Анджелес я, наверное, из Цинциннати отправлю. Наука. Можно морской порт. Потом уже гранты читать.
минус. Ну, с алюминием. Надо у деда будет попросить алюминия. У меня хотя минус один вход, можно еще потерпеть. А тут утонул алюминий. Да вот народ вышел, интересно. Они все здесь, только я один отстаю. 58 63 58. Нет, тут давайте сначала система наведения. Оружие надо брать. Коруга 14 культуры. Ну, давайте. Ну, кстати, теперь тут могут мои караваны грабить. Так, что там у Канады насчет победы культурой? 25 ходов на это, если в том же духе будет продолжать. Так, а где у нас против рок-групп? Вот сюда нам надо сначала. Слушайте, там, короче, типа Канада культурой. Да. Это же интересно, что делать. Осуждаю. Вот так. Все рубли союзники, я теперь расслушаю. Ну, ты все играешь у меня, то есть мне надо тебе позволить, да? Нет, я и у голландца играю. Вот иди играй все у голландца. Ладно, что ты не сделаешь ради мира. Где карточка, которая запрещает? Вот, она после, короче, холодной войны, как раз в нее иду. Космическая гонка. Да, нашел, нашел. Ой, дед сразу нашел карточку. Дед, я у тебя лишь два рок-концерта сыграл. Вообще удивительно, что ни одна не провалилась. Все удачно выступают пока что. Исследовательские гранты. Ну, надо продолжать, я думаю. О, у меня ученый плюс 100% космическая гонка. Ну, я считаю, что тут, повторюсь, космическая гонка... Я могу только космопорт Тиса построить, но мне есть что строить в городах. Две случайные технологии, тоже интересно.
Ну, и это ацтек берет, и это ацтек берет. Я не мог бы тут побеждать. Ну, просто смотрите, 14 ходов, а у меня даже не видны ускорялки. Поэтому, возможно, вот даже ну, мибийцы еще только здесь. А ускорялки будут вот здесь. А чтобы их открыть, надо 4 вот эти техи открыть. Так что... Так. Это красиво. Я правильно апнул истребитель и все засвечиваю теперь. Хотя ну, этим можно поплыть тоже. Я все еще не открыл нефть. Возможность нет. Подержу здесь, наверное, тогда рабочего. Зенитка сделана. Блин, тут угольная нужна, кстати. Потому что энергия не добивает до Цинциннати. Вот здесь в Новом Орлеане еще угольную надо. Есть надо, где нехватка жилья, поубирать. Типа к древнице Анки он буквально в одном городе, ну еще, ну, Симпала так послабее. Просто клепает кучу армии в итоге. Вот ты тут зигзагами подплываешь. Ищу. А можно? Ага. Можно походить. Нет, можно сказать, куда ядерка летит, потому что я ищу по всей карте судорожно. Ну, блин, похоже. Да, я уже нашел. Амбу Симбел. Так, сиренергия вроде везде есть.
Филадельфии нет. Ну ладно, там... Там уже ладно. Не, слушайте, я, наверное, 1700, ну как, если даже канадцы забираю, то... Так, а что там с культурной победой? Нет, получается у него. Вообще нет, давайте я отложу тут производство, просто следующим ходом смогу уже ядерку строить. Что просто откладываем производство в городах. 3, 4, 5, 6, 7, 8, да, чуть не дотягивается до самолетика. Но вот этот раз, два, три, четыре, пять. Да, тоже не дотягивается. Лейнора Кытанская осуждает мою цивилизацию. Кто тут может походить еще? Я хочу, но вы же забрали. Вот это быстро. Это скорость. Ну, что? Так, он работает на... Смотрите, сколько у вас там танец? Нового времени эпохи атома. Сменец эпохи атома, да, работает он. Ой, у меня тут, блин, там был флотоводец, причем неплохой, между прочим. А его забрал кто? Англия. Здравствуйте. Опять летит что-то? А, Дарвил, у тебя зениток нету или просто пробивает их? Что? Что я не слышу? Была у него зенитка первая. Понятно. Еще что ли летит? А тут даже РСЗО не помогло. Ой, ЗРК, в смысле, ЗРК. Ну да. Хотя нет, он вообще-то кидает туда, где их у тебя нету. Нет, только одно. Где есть? Там все было. Художественный музей, потому что у меня художник есть.
Это, ребят, слушайте, я тут ничего не сделал, я, может, пойду? Это мне просто через 2 часа вставать уже. Ну, если не сделаешь, иди. Вот так вот, каждый, я ничего не сделаю, и выходит. Да, да. Решающую роль играет даже вот тот, которого один город остался. Но он все равно много решает. Ну, сами скажите, я могу досидеть, блядь. Ну, просто я тут ничего сейчас вроде не делаю. Не, я тебя не держу, я просто потому что... Да, не, ну, если все согласны, я выйду, если кто-то против, я думаю. Не, я не против. Я не против тоже. Вот, значит, ты иди. Ну, просто вот это... Хорош грабить. Всем спасибо. Игра FIFA, когда... Ну, спасибо за игру. Только посидеть всю игру и... Пожалуйста. Во-первых, давать... Сам разграбывай, серьезно. Я буду показывать. Блин, ну я же попросил. Ой, пересоюзили на ланду. Ну, класс. Все, игру союзил. Игрок вышел, присоединили. Если пересоюзили. Ее захватил Ацтек, поэтому у тебя наконец-то, наверное, с ним война просто. Нет, нет. Сейчас, но без с ним не пересоюзила. Так, может мне сначала все-таки подлодку вот эту открыть? То как я ядерки-то довезу? А, стоп. Я же на канадца собирался. Да блин, ну как, я не... Ну, вот смотрите, даже если я просто заберу всего канадца, это плюс 1112. Блин, я хочу... Но это же будет меньше. Это будет меньше просто. Сделал вот это говно, да? Блин, плюс 25% от туризма в торговых путях. Ну, правда, дополнительный торговый путь, с другой стороны. Давайте, наверное, куплю торговца. Да ничего мы тут не делаем, работниками. Тут уже все сделано, все улучшено. Или тут тоже... Не, ядерка 10 ходов, что-то долго. Лимит все поднимается и поднимается. Этот стек, конечно, не так. Просто успею ли я за... Ну, то есть, получается, когда у меня ядерка первая? 3. Так, через 3 хода у меня будет 3 ядерки. А. То есть, у меня будет 8 ходов на то, чтобы забрать Канаду. Хватит ли у меня этого времени? Ну, видите, в то же время Ацтек забирает... Дедушка, мороз... Не, надо уже доиграть, наверное. Но я не вижу. То есть давайте думать, что я мог лучше в данном. Ну, я считаю, ну я здесь виню англичанина, то есть человек. У него
есть на море способность, если он просто строит, если кто не в курсе. А, подожди, это Виктория. Не, по-моему, и Елена, это просто Англия может это делать. Она, он же не за... Как Ирландия. Англия. Так, и вот это верфи Королевского флота. Мы тогда пришли пограбить деда. Заменяет гавань, на клетке района не действует. Плюс одно к перемещению. Пожалею, это все-таки у Виктории такая способность. Что она сразу дает. А, нет, это у Виктории, ладно. Тогда ладно, это я погнал. Я думал, это способность верфи английской, что она дает. Че так мало денег? Сузы, пожалуй. Так, ну, самолеты надо уже в сторону канадца переводить. Опять что-то летит, что ли? Мне кажется, ребята, это просто трата времени, честно говоря. Ну, тут очевидно. Слушайте, может, не будем тратить время, признаем все-таки победу ацтеку уже? Почему? По очкам. Со всех сторон. По очкам. Пару ядер сейчас скинь, все. Кто скинет? Так а смысл? Нет, я могу скинуть ядерку, но а смысл? Смысл? Вот просто смысл. За 50 ходов мы 1800 очков не уберем у тебя. Достаточно там 600 очков убрать, чтобы победил перс. Это нереально. За 10 ходов. Ну, за 10 ходов. Ну, я просто не сейчас кину ядерку, там надо время. Скажем так, даже если пройдут ядерки, то завой... Ну, блин. Там же еще и гордел. У меня, я думал о том, чтобы, типа, мне, наоборот, кидать в канадца и полностью забрать канадца, но даже если я полностью за 8 ходов заберу канадца, у меня не будет 1800 очков. Поэтому тут... Нету смысла. Ну, мне кажется, тут две причины. Во-первых, я все-таки считаю, что Англия должна доминировать на море. И... третировать ацтека там. А ты видел вообще эту карту? Да, у меня полностью открыта карта. Ну и что? Ну, посмотри его респ. Как бы, там, ну, респ, да. Ну, в смысле не мог доминировать? Строишь корабли? У тебя один город всего лишь морской. В смысле не мог доминировать? Я сколько поставил, и все, я его заблокировал. А в Теотекане один город морской. У меня стоит промка и этот порт. И там я поставил этот венецианку через этих великих людей. Так, ну еще раз повторю, каравеллы и фрегаты это еще до венецианки, что вот этими, по-моему, достаточно было Теотиокан забрать и все. Я поставил венецианку на тот момент, когда он уже этот... Ну то есть мы были в одинаковых тех... Я не понял, что в одинаковых техах. Ну, он бы не смог меня забрать. Да почему? Я не понимаю, почему не мог забрать? Не знаю, игра такая. У меня... Венецианка. В массовом производстве. Мои же редкие ресурсы дают мне бонус. То есть сверху он мне... картографии, прямые паруса и строится. Ну, блин. Ну, в любом случае, не сидеть в дружбе, не торговать с ацтеком. Не знаю. Да, он просто либо со мной в дружбе, либо его по земле сношу. Так а зачем дружить, объяси тогда? Вот в чем идея дружить с тобой? Кто ему поможет? Если он имеет... я не про Англию говорю, а вообще про всех. Вот
конкретно? Все воюют со мной. Ну, сейчас. А изначально, то есть сидеть, дружить с ацтеком и кормить его кресами, чтобы что потом в итоге? Так нет, а что не так-то было? Изначально-то я просто снес с этого шумера и все. По-моему, разговор типа эти... Глухого снимем, видимо. Ладно, ну тут все понятно. Я считаю, что вот моя ошибка здесь все-таки. Мне надо было сначала с фармами, наверное, разобраться, а потом религию делать. Что? Грабители убить. Ну опять же, а что я тут мог? Канадцы я не могу быстро захватить ни в каком виде. Возможно, можно было бы побыстрее вот эти острова открыть, но это немного бы мне дало, там, постановка согласен, городов. Я согласен, смысла продолжать нет. Ну да, да. Или, дед, ты еще борешься? Я вряд ли смогу. Не, ну понятно. По науке никто не улетает. Сразу у тебя бы явно на 1800 набралось. Не набралось бы на 1800, потому что... Счет чудес не передается? Нет, чудеса передаются, но у тебя города были бы меньше при каждом захвате, они становились бы меньше. Нет, просто. Счет по очкам. Ну. Он передается? Ну, очки еще формируются. Там количество жителей в городе влияет на очки. Мне бы не передалось максимум, вот то, что у тебя 1128, мне бы не столько передалось. Не, ну это понятно. Я имею в виду по очкам чудеса. Они что по очкам чудеса? Передают. А при построении ты получаешь за очки чудеса, и когда ты захватываешь город, если в городе есть чудо, эти очки тебе приходят или нет? Какие конкретно да, очки? Конечно. Очки счет, просто счет игры переходит. Да, счет. Ну, приходит. Что ты получаешь за этот, за часа? Чисто оборону на воде застроил. Ты не пройдешь. По всей видимости, уйдут социальные институты, технологии, там еще великие люди. Не, у меня места хорошие развиться было. Ладно, наверное, на этом закончу. У меня вечно все разрушено. Ребята, тут как бы... Мы старались, мы писали, наши пальчики устали, уже вечер, как видите, даже у меня полседьмого вечера. Спасибо, что смотрели. Так, что мы опять висим? Опять ядерка полетела, очевидно. Опять же повторю, улететь тут не было возможности. Видите, 9 ходов осталось. Даже лидеры по науке только вот здесь. Нереально. Так, ну что, все, я выхожу. Нет. Я что-то не понял. Что мы там? Как же до мультика досидеть? Там же мультик-то не особо красивый по счету. Почему не красиво? Да там не меняется картинка. Ну я, допустим, не выиграл по счету. 29. У меня сейчас нефть закончится. Ты тратил 20 нефти? Да. А вообще, кстати, нормально, что у Теночтитлана просто все первые эти стратегические ресурсы, кроме урана?
Селитра, железо, лошади, алюминий. С алюминием повезло, а все остальное этот, по угля нет. Все, алюминий заспаунился, по сути. Нефти нет. Уголь у второго города. Нефть у Симпалы. Что, то есть у тебя все ресурсы второго, есть просто? У города нет угля. Ну, к какому городу этот уголь относится? Может, ты имеешь в виду этот? Угольный... кто там? Атиньо написано уголь. Ну, ближайший уголь к столице. А, Эскацапалька, там вот, это, по идее, граница меня с Лондоном. Ядерки прилетают. А, ну я еще скажу, что мне, наверное, все-таки в дипломатическую победу надо было пробовать. Я совершенно забыл о способности американца кучу мирового влияния получать. И пропустил... пропустил статую Нет, свободы. Ну, то, что все на очки, на очки победы. Я такого не говорю. Я наоборот сказал, что еще не за... Давай. Спасибо за игру. Сейчас я в канадца ядерку брошу. Давай, у тебя сколько ядерок? Это только одна? Нет. Давай, давай все. Чтобы красивый был. Не понял, а что эти урон? Так, где мне так лучше? Тянуть. Он сюда. Бомбардировщик не прошел разве? Прошел. Сколько? Ты копей. 10 хп. Ну, 9. Надо было прошлым ходом, конечно, купить еще, но я не думаю, что мне тут хватит. Так. Танк. У тебя при атаке плюс 14. Или кавалерию лучше, чтобы быстрее бегать. 11, точнее. Ну, по идее, должно быть 16. Почему? Потому что у меня 16 редких ресурсов. Плюс 16 к атаке за редкие. А давай ты благодарна. Нет, какой плюс 5? У меня перебор жителей. У меня столица не растет, потому что достигнул предел. Типа прикинь, сейчас вот канализацию, она все опять расти пошла на следующий ход. Так они не отправляют. Ну, а плюс 16 это жестко, конечно. Ну тут опять континент повезло тебе. Да, посмотри, какой тут континент в центре. Тут, понимается. Гей ультима просто. А Тини не везет с континентом, My Life его сносит. Везет с континентом, он сносит My Life, а такое. Везет с континентом, он выигрывает. А что не так с континентом? Ну, ты за Ацтек играешь, насколько на 4 континентах? Не, ну я согласен, за Ацтек это прям очень сильно. А чё у нас таймера нет? Я хотел, чтобы ты меня разбомбила, убрал таймер.
Давайте или заканчивать, или еще в темпер. Ну, до мультика, кто хочет, может сидеть до мультика, кто не хочет, уходит. Для меня ядра полетят, я просто не видел ни одной лодки. Я не буду, а смысл? Смысл кидать. Я сейчас попробую просто канатца забрать, посмотреть, сколько очков это будет в итоге. Да что, заповедники классные, вспомни. А чё я по одному голосу? У меня куча этих дипломатических очков я по одному голосу закинул. Какой-то насолил это мирового влияния. Как же много грязи сделали эти мушкетёры. От генерала? 6 мушкетеров разграбились. Блин. Так, тут умрет, по идее, кавалерия, да? А почему я же территорию ноги? Да, что? Так, давайте тут куплю, наверное, все-таки кавалерию. Или я вертолеты открыл? Нет, вроде нет. Ну, просто они быстрее все бегают. Правда, они будут умирать. А, все, у меня лошади кончились. Блин, все соседи повыходили. А, подожди, так дед вышел, да? Дед вышел. А кто остался еще вообще? Дима остался. Я Кокос остался, чтобы не... А, то есть я, Дима и Атинью, да? Это все, кто, все, кто остался? Да, надо ускориться. Да я не думаю, что через эти линкоры кто-то бы проплыл. Кто проплыл куда? Да, у меня тут стена линкоров. Я просто видел, у тебя лодки плыли, но они были не атомные.
Та лодка просто проверяла. Следила. Да не, блин, мне кажется, мы просто тратим время, честно говоря. Я не знаю даже. Что тут сидеть? Ты можешь и без нас до этого докликать до мультика. Как же ядерку в тебя бросить? Ну так брось. И поехали. Плывет. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.